Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале JoyFox Play, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Retro Garage. В предыдущей серии у нас возник баг. Возник баг у нас с вами на квесте. Сейчас я его покажу, потому что я просил помочь. Но вот этот вот человек вот с бородой, мне очень сильно бесит. Я не знаю, напишите, как мне скипнуть вот этот квест. Когда я его начинаю, он мне пригоняет свою колымагу, говорит, почини. Я нажимаю ремонт, я ничего сделать не могу. Что значит ремонтировать деталь 9999? Я, ребят, честно говоря, сломался на этом моменте. Я вот честно, я просто не знаю, что делать. На этом у нас с вами все прохождение ретро-гаража просто стопорится, ребят. Я не знаю, что делать, мне не снимаются никакие детали. Я просто не могу ничего сделать. Вот смотри, окна я снять могу, допустим. Я хочу снять дверь, она не снимается. Это дело не работает. Заново перепроходить эту игру я не хочу. Я уже сильно-сильно устал. Это будет уже третий раз, когда я буду с тобой перепроходить эту игру. Напишите мне, пожалуйста. Я могу сделать отказ, но мне все равно этот квест будет потом выдаваться. Я могу пропустить сегодняшний день, окей. Понедельник, 15-й день. Прошло 2 недели, да отлично, но я все равно не могу. Вот я отказался от этого квеста, он мне снова, короче, друзья, выпадает. Не знаю, что с этим делать. Если вы не напишите решение, я, в принципе, вообще без понятия, что делать. На этом, опять же, прохождение ретро-гаража будет заканчиваться. Поэтому я очень надеюсь на вас. Пишите в комментариях, что мне делать с этим квестом. Ну, пока что я придумал? Я придумал то, что я купил, короче, машину со свалки, подумал, нам все равно нужно будет с тобой как-то зарабатывать деньги, поэтому эту машину я отправляю в ремонт. У нас 459 рублей остается. Я ничего не могу сделать, понимаешь, потому что, чтобы мне заработать деньги, мне нужно выполнять задание. Задание выполнить не могу, потому что у меня там какой-то баг вылез. Это очень противно, это очень неприятно. Придется нам с тобой продавать, видимо, какую-то машину. Я не знаю, ребят, это очень обидно, это очень тупо. Я очень долго копил деньги на эту машину, и я считаю, что это просто несправедливо. Это несправедливо. Здесь такого бага нет. То есть вот как машину купил с помойки. Ну, точнее, я там договорился, короче, с одним чуваком. Он говорит, ну приезжай, как бы там вот покупай эту бумагу. Вот я ее, в принципе, купил. Возможно, если мы сейчас сделаем с тобой какую-нибудь машину, сдадим ее, с тем квестом что-то да и получится. Возможно, нет. Если нет, ребят, я не знаю решения этой проблемы. Возможно, у вас было нечто подобное, вы как-то с этим справились. Не знаю, я без понятия. Очень обидно и очень досадно. Ну да ладно. Продолжаем с вами разбирать вот эту вот колымагу. Все ржавое, все битое. У нас с вами вообще было такое задание, что мы должны были вообще, в принципе, купить все существующие машины в этом гараже, так, крыша, провести на них тест-драйвы, как-то затюнить. Мне самому эта идея была очень, короче, по нраву, хотел я этим заняться, но вот видишь, опять какой-то баг вылез. Какой баг вылез, как с ним бороться, не знаю. Единственное, что остается, это полностью сносить эту игрушку и устанавливать ее заново. Ну, у меня уже, блин, тут какой уровень? У меня уже 7 уровень. Заново все это дело прокачивать, ну, это такое себе занятие, знаешь ли. Учитывая, что мы уже второй раз перепроходим эту игрушку, то есть обновленную версию. Поэтому-то как-то так. Ладно, я надеюсь, ты меня услышал, я надеюсь, ты мне в комментариях поможешь. Да что за рукожоп такое, переднее правое крыло? Крыло, блин, переднее правое. Где это переднее правое крыло? Кто-нибудь видит? Вот оно, 40 рублей стоит. На, обратно, блин, рукожоп, все ломает. Я ему говорю, поменяй это, он это ломает. Передний бампер спорт. Ну, все ломает, короче, передний бампер спорт, вот. Не знаю, нужно прокачивать как-то свои навыки, чтобы он меньше ломал. Возможно, когда... Да ты заколебал уже, ты шишь с руками-то с такими кудрявыми, кудряшка, блин. Короче говоря, я не знаю, есть такое мнение, что чем выше у нас уровень, тем меньше шансов, что он у нас сломает какую-то деталь. Не знаю, не уверен я в этом, работает это в этой игре или нет. Если работает, то как бы ладно, потому что у нас уже 7 уровень. Чем больше мы все это дело прокачиваем, тем лучше у нас получается ремонт. Ладно, вот это вот надо тоже купить. Все ломает, представляешь? Так, заднее, стекло задней правой двери. Стекло задней правой двери. Вот оно у нас, 20 рублей стоит стекло. На, я тебе форточку поставлю. Так, передняя правая дверь. Передняя правая дверь. Я почему... Передняя левая дверь. Зачем я это купил, блин? Я почему это все дело проговаривал, друзья? Потому что я, как обычно, очень сильно упоротый, как ты знаешь. И поэтому я могу что-то забыть. Ветровое стекло у нас вот, в принципе, есть. Это ветровое стекло. Задний спойлер показываю. Так, не сломай, пожалуйста. Сегодня он у нас почему-то все ломает. Он, наверное, такой же уставший, как я после работы. Так, передняя левая дверь у нас вот 100 рублей стоит. Тоже все это дело впендюрим, друзья. Машину мы это с вами продадим. И будем сегодня в этой серии, получается, копить деньги. Так, задней левой двери, передней.
Будем копить деньги, и между сериями, если вы мне что-то напишете, так, передняя левая дверь, если вы мне что-то напишите, какое-то решение этой проблемы, этого бага, я буду вам очень признателен, мы продолжим проходить эту игрушку. Вот такие вот, собственно говоря, дела. Вот. Опять же, у нас симулятор шиномонтажника в деле. Прежде чем снять какую-то деталь, нужно всегда сделать что? Правильно, нужно всегда сначала начать с колес. Надо сначала колеса все снять, пружинки эти поснимать, вот эти вот всякие, блин, эти вот, как это, карданные валы, эти палки, короче. Ой, хочу икнуть, но мне не получается, вот такие вот дела. Ладно, все это дело мы с вами разбираем. Так, это у нас что? Так, бензобак у нас, в принципе, в норме. Вот нужен аккумулятор тебе новый. Так, с радиатором какие проблемы? Радиатор, вот это вот вся херотень, тоже все снимается на одном болте, держится, блин. Стоишь, деталь в автомобиле держится на одном болте. Ну это ж как бы нереалистично. Ну хотя хрен его знает, это же обычная игра. Так, амортизатор. Зачем это все разбирает? Это все, в принципе, в норме. Не знаю. Кто знает, зачем это все разбираю? Напишите мне, кто знает, какую проблему. Рулевая рейка. Потому что в предыдущей серии эта проблема уже вылезла. Что я только не делал, я игрушку перезагружал, я интернет выключал, я даже компьютер перезагружал, у меня все равно вылазит такой баг. Вылазит такой баг, не знаю, писать разработчикам в группу ВКонтакте, ну а что толку? Они мне скажут, ну установи заново игру. Да, ну зашибись, у меня все сохранения слетят. Это вообще как бы не дело, аккумуляторная батарея нужно нафиг выкинуть куда-нибудь. Вот. Можете, в принципе, писать им тоже. Типа, вот мы на ютубе видяшку посмотрели, у вас там баг в игре, алло, сделайте хоть что-нибудь. Это ненормально, это очень обидно, это очень неприятно. Человек старался, человек зарабатывал деньги, человек прокачивал навыки, покупал машину, а тут бац, такая вот фигня. Так, выхлопная система спортивная, вот он, 200 рублей аж стоит, представляешь? 200 рублей стоит эта выхлопная система. Так, карданный вал. Карданный вал поехали ставим сюда. Задние пружины нужно купить новые. Задние тормоза. Задние тормоза сразу же куплю. Задние пружины тоже сразу же куплю. А это я продам. Ну что, потом запутаюсь. Я тут как бы я все сразу купил. Все, как бы я красавчик. Так, ну давай обратно колеса прикручивать. Раз. Это колесо мы делаем. Ай, день закончился. Ладно, давайте пропустим. Чего страшного. 16 дней мы уже с тобой в этом автосервисе делаем какие-то левые машины, 16 дней, и весь этот прогресс потерять, ну, очень сильно бы не хотелось, все это заново начинать, не знаю, я его, понимаешь, я его, прикол в том, что даже этот квест скипнуть не могу, приехал ко мне какой-то полудурушный, я говорю, я на шашлыки поехали в своей машине, я, говорит, ничего сделать не могу, да мне-то какая разница, блин, блин, своего сервиса, нахер вообще, блин, ты мне всю игру сломал, блин, уродец, вот прямо вот бесит, блин, вот этот вот, блин, хипстер какой-то с бородой приехал, тут тебе, говорит, на шашлыки поехал, мне машина сломалась. Да мне вообще-то насрать, что у тебя сломалось. Мне из-за тебя мне игра сломалась, блин, что у тебя машина сломалась. Едь в другой автосервис, и пусть тебе там все делают, нафиг. Не могу скипнуть, представляешь, он говорит, я не хочу уезжать. Я им говорю, ну уедьте, пожалуйста, ну не могу я тебе машину починить, ко мне снова приезжает, зараза такой, блин, вот что за люди, не знаю, ну, видимо, ему мой сервис посоветовали, сказали, что тут суперпрофессиональный автомеханик работает, ну, на деле, конечно же, это не так, потому что, кто смотрел мои предыдущие серии, тот, наверное, знает, какой из меня механик. Механик из меня примерно такой же, как из тебя, наверное, балерина, да, ну, может, ты, в принципе, правда балерина, и ты скажешь, что, в принципе, механик, значит, Женька-то довольно-таки неплохой, потому что из меня балерина-то хоть куда, на самом деле, вот как-то вот так вот. 140 рублей стоит блок цилиндров, который ты сломал. Рукожоп. Что поделать, рукожоп. Рукожоп не я, рукожоп вот этот вот мужик, из-за которого я играю. Ну нельзя так делать. Нужно там, блядь, чем-то плечом там покрутить, все починить. Это же, в принципе, элементарно делать. Что, елки-палки, что я тебя учу-то? Играю за этого чудика, блин, сам знаю больше, чем он. Так. Масляный фильтр. Где он? Масляный этот насос. Масляная вот эта херня, вот эта вот. Блин, это вообще на какой-то, я не знаю, на какой-то, как сказать, на педаль газа какую-то похоже, блин. Так, поддоном все это дело прикрутим. Я надеюсь, что я не забыл здесь какую-то запчасть там прикупить. Так, что я продар? Продар, блин. Устал я сегодня, язык у меня заплетается, сил у меня сегодня нет, а еще и нервы. Еще и нервы тратит этот рукожоп, который все ломает. Еще и игрушка постоянно зависает. Ну что за день такое? Что за день, не знаю. Так, детали клапанного, слушай, вот это я не помню, что такое было, где детали клапанного? Детали клапанного механизма, по-моему, такой детальки не было раньше, ну куда посмотрим? А может и была, была или не была, я не помню, друзья, честно. Потому что когда мы играли в первую, до обновления версии этой игры, по-моему, ее не было, хотя могу ошибаться. Так, цепь ГРМ, давайте обратно поставим ее, клапанную крышку мы с вами починим. И впускной коллектор починим, чтобы
впускал этот коллектор, потому что впускать должен. Если не будет пускать, то нахер вам тут делать? Он не впустит и все скажет, как бы, не, сюда нельзя заходить, как бы, я сильно расстроюсь, сильно обижусь. Так, впускной коллектор. Впускной впускает, выпускной выпускает, в принципе, все логично. Вот он, кстати, есть, 30 рублей стоит. Вот так вот сюда поставим. Так, стартер продали. Ой, стартер. Вот эта херня. Кто-то мне писал в комментариях, что типа тут бывает, что приезжают машины типа без стартера или со сломанным стартером. Окей, я не спорю, возможно, в игре это как бы есть, но в реальной жизни это как бы нереалистично. Стартер, он, конечно, отвечает за запуск двигателя, вот за запуск двигателя. Если стартера не будет, двигатель не будет запускаться, как приводной ремень. Поэтому, скорее всего, его, наверное, дотолкали до моего автосервиса. Вот. И после этого только выяснилось, что у него стартера нет. Возможно, такое бывает. Воздушный фильтр инжектор, это вот эта вот херня, похожая на этот, как это называется, эта херня вот у меня вот сейчас на машине стоит, да как эта штука называется? Короче, вот у меня вот сейчас в реальной жизни машина ездит, на шноркель, вот эта труба вот такая вот сантехническая, которая не дает получить машине гидроудар. Так, сцепление мы продали, сцепление новое мы купили, мы его сюда поставили. Так, картер сцепления, вот это вот чаша вот с дыркой, блин. Чаша с дыркой называется картер сцепления. Ну, так вот, так, масляный фильтр. 10 рублей он стоит, купили, поставили, все. Взять тебе некуда, потому что, в принципе, эту машину я купил специально для того, чтобы потом продать. Я бы ее, ребят, честно говоря, себе оставил. Я просто боюсь. Я боюсь, что сейчас я вот, давай ее... в гараж ее поставлю, мне опять предлагается этот квест. Заколебал, едем мы на шашлыки. Да мне плевать, куда ты едешь, езжай от моего сервиса. Нахер ты ко мне приехал, забагованный квест. Блин, меня просто реально, друзья, мне так бомбит вот с этого квеста. Это просто нечто какое-то, блин. Что мне с ним делать? Почему у меня тут знак вопроса стоит, вообще не понимаю. Оплата, сложность средняя, неисправности. Нужно расширить арки, поставить колеса от вездехода и шнурки. Подожди, ну давайте попробуем чисто починить. Я ничего не могу разобрать. Расширить арки. Чтобы расширить арки... Здрасте. Подожди, у меня этот баг что ли пропал? Ты свидетель. У меня раньше тут была такая табличка. Написано было утилизировать 9999. Ты видел в самом начале. Я здесь ни при чем. Так, расширить арки. Бляха-муха, я, честно говоря, просто хочу, чтобы ты от меня уехал. Уедь от меня, пожалуйста. Я не хочу, ты слишком забагованный. Так, где эти задние арки? Задние арки. Где? Передние, правое. Вот, брызговики. Брызговики, по-моему, мне кто-то писал, что это есть вот эта херотень, нет? Что тебе надо? Подожди, давайте, вот я сейчас просто боюсь, что этот квест сломается. Я бы его отпустил, но я боюсь, что он снова приедет. Ну-ка, давай попробуем. Козлина такая, а? Нет, не хочет он уезжать от меня. Поставить колеса от вездехода и шноркель. Давайте. Просто вот, да соберись. Женька, соберись. Подожди, соберись, пожалуйста, соберись. Да господи, приедь ты ко мне уже наконец. Что за чушь такая? Так, начнем с колес. Заходим в кладовку. Снимаем эти все колеса. Давайте. Вот, о чем я и говорил. Этот баг, он не пропадает. Я откручиваю все... 5 болтов, колесо не снимается. Все, я ничего сделать с этим не могу. Я могу попробовать. Я не могу купить ему колеса от вездехода, потому что у меня нет этих запчастей, в принципе, в природе. У меня по запчастям нет колес от вездехода. Я же все правильно понимаю. Поставить колеса от вездехода. Поставить колеса от вездехода. Я захожу сюда. Я захожу в запчасти. Где? Вот кто-нибудь видит колеса от вездехода? Вот прям покажите, ткните меня пальцем. Тут нет колес от вездехода. Игра, ты не дуришь. Мне кажется, друзья, что вот этот вот квест, он приехал, короче, очень поздно. Ну, то есть очень рано приехал. У нас еще нет такого уровня, у нас еще не открылись с тобой какие-то детали, а этот мудила приехал, и сейчас мне просто мозги будут выносить. Ладно, хорошо, давайте тогда продавать эту машину. Нам, мне кажется, нужно уровень побольше, чтобы у нас открылись вот эти вот запчасти, да, как по деталям. Нам нужно уровень побольше, чтобы у нас открылись эти запчасти, чтобы я мог взять этот квест, поставить ему наконец этот гребаный шноркель, чтобы он от меня отвязался. Но почему раньше времени ко мне приехал этот квест, я не понимаю. Но это как бы несправедливо, это нечестно. Так, ну что можно сделать? Чтобы прокачать, короче, себе уровень.
Нужно с тобой какую-то модификацию, наверное, открыть. Так, по музею у нас какие тут модификации есть? А, я могу уже сделать спортивную машину, но я не могу сделать вот эту машину. Но мне кажется, нам нужно прокачивать именно... Он ко мне на чем приехал? Я уже забыл. Он приехал ко мне на УАЗике. Вот! Нам нужно, короче, вот открыть еще один УАЗик 9 из 10, и тогда, возможно, откроются те детали. Но чтоб найти этот УАЗик, нам нужно, короче, чтобы здесь были объявления. Пока что их нет. Но давайте пропустим сегодняшний день. Как раз таки пора пропускать. Возможно, они у нас появятся в городе. Сейчас мы с вами зайдем, короче, в город. Посмотрим, есть ли тут УАЗики. Тут УАЗика нету. А все, объявлений-то нету. Объявлений нет, алло. Так, ну я понял. Он ко мне, короче, раньше времени приехал. Из-за этого почему-то игра забаговалась. Это не очень, по-моему, предрассудительно сделано. Разработчикам за это отдельный дизлайк, блин, по-моему. Нет, ну согласись, как я могу починить ему эту машину, поставить колеса от вездехода и шноркель, если они у меня даже в продаже, даже в магазине запчастей их нету. Потому что я должен открыть вот эту вот модификацию. Мне нужно еще одну машинку. Мне нужно еще один УАЗик отремонтировать. Ты УАЗик? Я комуха, дайте мне УАЗик, пожалуйста. Наконец-таки я нашел УАЗик. Представляешь, я, наверное, дней 5 пропустил. Ой, еще один продавец, отлично, тоже с УАЗиком. Я дней 6 или 7 пропустил. Мне тут в основном всякие шестерки, восьмерки предлагались, а УАЗика не было. Наконец-то я его нашел. Короче, как только мы с вами починим вот этот вот УАЗик, у нас откроются, в общем-то говоря, у нас должны, по крайней мере, открыться вот эти вот модификации в виде шноркеля, в виде колес от вездехода, и тогда мы сможем с тобой выполнить этот квест. Ну, я так думаю, не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но я думаю, что это так, на самом деле. Почему это так? Почему он приехал раньше времени, этот мудила, блин, со своими шашлыками, я так и не понял. Блин. Приехал, вот, знаешь, как это было выглядит? Приехал такой тебе мужик, там, машину чинить, такой, почини машину, ты ему говоришь, уезжай, пожалуйста, у меня, знаешь, у меня мужик, у меня нет запчастей, уедь, пожалуйста, с моего сервиса, он такой, не уеду. Знаешь, как это бесит, это просто раздражает, давай, чини быстрее, короче. Мне сейчас, так, брызговики, можно я тут продам? Мы сейчас с тобой эту машину, короче, починим. А тут, подожди, входовки есть? Нет, видишь, этих колес пока что нет вообще, в принципе, от природы. Мы сейчас с тобой эту машину, короче, починим, оставим ее, наверное, себе. У нас откроются модификации, мы сможем, наверное, делать те запчасти, которые не хватало на тот квест. Ну, сейчас проверим, в этой серии, наверное, все и узнаем. Возможно, даже я не буду просить вас помощи. Хотя, возможно, вы, кто-то из вас тоже сталкивался с таким багом. Можете, в принципе, написать в комментариях. У меня уж такое ощущение складывается, что это баг тупо у меня только. У меня у одного единственного такой баг, что ли, или что? Так, переднее правое крыло. Где у нас переднее правое? Заднее правое вижу, переднее правое. 30 рублей стоит. Так, все, поставили. Если тот квест получится сделать, я, наверное, эту машину не буду продавать, потому что у меня изначально все-таки была цель не все машины собрать, а я их тут распродаю. Это, по-моему, плохой какой-то бизнес-ход. То есть, если ты хочешь все машины собрать в этой игрушке, и ты их распродаешь, это как бы не очень хорошо, это как бы вообще нелогично, если что. Но это как бы я вынужден был это сделать, друзья, потому что у меня не было денег. Не было денег, не было идей, что сделать с тем сломанным квестом. Так, переднее левое крыло. Переднее левое крыло, вот оно, 30 рублей стоит. Пиндюрим обратно, так, дверь давай прикрутим тоже обратно. Стекло задней левой двери, так, стекло задней левой двери. Вот оно у нас 30 рублей стоит. Впендюрим сюда и вообще будем счастливы. Что у нас тут по ходовке? По ходовке вообще полный швах, полный бардак, короче. Снимаем все колеса, как обычно. Чего начинается ремонт от абсолютно любой машины в этой игре. Мы берем и разбираем ее полностью до винтика, блин. Тут из целого-то я вижу только вот эти вот арки, да, бензобаки сбоку. Подожди, это же УАЗик. Ну да, точно, там же два бензобака. УАЗик, он, понимаешь, он такая проглотливая машина, что у него, короче, два бензобака. Вот ты знал, я вот знал. Ты знал, я не знаю, знал ты или не знал. Так, ну сними, пожалуйста, не выноси мне мозги. Я и так сегодня на нервах весь день, елки-палки. Еще квест этот невыполняемый, еще ты тут мне будешь мозги выносить. Так, давай рессорим передний мост. Вот снимайся, теперь, блин, сначала этот мост надо снять. Я не хочу машину полностью разбирать, но я вынужден, потому что мне нужно снять вот эти вот рессоры. Они все ржавые, их нужно чистить вот этой вот щеткой металлической, которая убирает ржавчину, всякое вот это вот говно, в общем-то. Так, задние рессоры, передние рессоры продали, и теперь нам нужно купить все это дело новое. Так, ставим все в обратной последовательности. Повернем тут, что-то покрутим, что-то, короче, крутит там, шаманит, но машина вроде чинится, и ладно, в принципе, бог с ним. Так, рулевая рейка, давай, сможешь починить? Отлично, так давай заднюю амортизацию. Удиви меня, вакуумный усилитель.
Молодец. Слушай, вот он мне прислушался, он мне, по-моему, пожалел и сказал: слушай, Женька, ладно, ты и так тут страдаешь, короче, в этой игрушке с этими багами, блин. Я не буду тебя больше ничего ломать, и лишь решил все нормально починить. Мы с ним, понимаешь, на одной волне. Мы с ним договорились, как можно вообще, он красавчик. Он сейчас ни одну деталь не сломает. Серьезно тебе говорю. Он потому что знает, он меня ценит, он меня поддерживает. Этот мужик, за которого мы играем, верно? Задний карданный вал. Молодец, вообще красавчик, ничего не сломал. Так, это дело поставим. Выхлопная труба, рулевая рейка, задняя вот эта херня, коробка передач. Так, коробка передач 400 аж рублей стоит. Блин, капец, такие дорогие запчасти на самом деле, блин. Так, аккумулятор. Сколько стоит аккумулятор? 70 рублей. Блин, аккумулятор стоит 70 рублей, а коробка передач 400 рублей. Ну, хотя, в принципе, в реальной жизни коробка передач тоже стоила бы дороже. Так, тормоза мы с вами, значит, продаем, покупаем новые. 200 рублей стоит тормоза. Хорошо. Так, заднее правое колесо мы тоже купим. Ага, хорошо, 100 рублей. Сюда вот поставим. Там еще надо подвижку, наверное, ему что-то сделать, потому что машина... Ну, почему я говорю ему? Это мы же купили ее, в принципе, это теперь наша машина считается. Заднее левое колесо. Там подвижку, короче, нам нужно еще, наверное, что-то там подшаманить, подчудить. Так, переднее левое колесо. Переднее левое колесо. Кто-то мне писал в комментариях, что вот эта вот штука означает там степень убитости, что ли, детали. Я так, по крайней мере, понял. Возможно, конечно, я что-то и недопонял, но, по-моему, как-то вот так писали в комментариях. Не знаю, возможно, это так, возможно, это не так, фиг бы его знает. Но я думаю, если мы дальше будем играть в эту игрушку, мы какую-нибудь там тенденцию, наверное, поймем, какой цвет там на что влияет. Я его знаю на самом деле. Откручивайся, разбирайся, вот эти все трубки, вот это вот все шланги там, блядь, ну что-то еще такое есть. Вот это вот, как рампа или как, детали механизма, по-моему, такой запчасти не было в самой ранней версии игры. Возможно, я ошибаюсь, но возможно, ее и не было. Вот. Так, нужно поддон снять, значит, чтобы поддать, короче, запчасти сломанные. Вот это вот коряга, вот этот вот распредвал. Бля, почему все время распредвал с коленвалом путаю? Давайте заканчивать день. Распредвал с коленвалом постоянно путаю. Представляешь, они такие заразы похожие. Распредвал, что коленвал одна и та же херотень. Там, короче, они оба кончаются на вал, поэтому что-то, наверное, это одно и то же, короче. Ты уже понял, да, я механик от бога. Никогда не вздумай привозить мне свою настоящую машину. Я тебе такое там починил. Я тебе, знаешь, из девяточки сделаю, короче, полноприводный автомобиль и сам не замечу как. Бывает. Не знаю, вот я вот такой вот мастер на все руки, короче. Так, распредвал, сломал, молодец. Ничего нет, давай новый купим. Я могу, понимаешь, я могу, умею, практикую. Надо что-то сломать, позови меня, я тебе всю машину нахер расхерачу, блин. Так, головка блока цилиндров, чего? Давай продолжай. Ты мне помню, раньше ты вроде такие вопросы не задавал, просто чинил, все, ты что-то решил спросить меня, представляешь, такой, подходит ко мне такой свет с деталью клапана, такой, слушай, я сломал деталь, можно я ее починю? Водяной насос сломал. Все, я его, короче, перехвалил. Я его перехвалил, не нужно было эту собаку, короче, перехваливать, водяной насос, потому что он начал мне снова все ломать. Соберись давай, тряпка. Где там водяной насос? Давай сюда впендюрься. Пускной коллектор. Сейчас будет, смотри, сегодня будет весь день мне, короче, все ломать, да? Да, конечно, да, чё нет? Давай все сломаем, давай. Возьми кувалду, короче, расхерачь этот чугунный движок. Выпускной коллектор. Выпускной коллектор. Вот, надо сразу не забыть его впендюрить. Так, карбюратор, блин, уже сломанный, между прочим, 130 рублей стоит. Моих кровных, единокровных, блин. Маховик продали, маховик новый, вот 70 рублей купили. Отлично, поставили его. Так, сцепление продали. Сцепление, нет, подожди, вот сцепление. Они похожи между собой, два вот этих вот. Две чаши каких-то там дрявых, блин. Так, шкив коленвала прикрутили. Масляный фильтр нужно сделать. Что? Нужно, короче, купить новый. Вот масляный фильтр, молодец, масляный фильтр стоит 10 рублей. Масляный фильтр мне нравится. Вот, генератор сколько стоит? 80 рублей стоит генератор. Хорошо, тоже, в принципе, не так дорого. Получается, тут все самые дорогие запчасти у нас находятся в кодовке. То есть я имею в виду там вот эти вот, как эти, блядь, называются, вот эти мосты задние, всякое вот. Это очень дорого, на самом деле, да. Так, не сломай ничего, пожалуйста. Трамблер не сломай, молодец. Трамблер не сломал, все остальное нахер поломал. Ну ладно. Тут, я думаю, чисто рандом. Что-то ломает, что-то не ломает. Может ему какие-то запчасти просто, в принципе, на природном уровне не нравятся. То есть он сидит, чинит машину и такой, подожди, а что я должен был сделать?
Я сейчас что-то сделал, короче, я забыл, что я должен был купить. У меня бывает такое. Вот стартер, точно. А, может, ему на каком-то там, не знаю, уровне не нравятся какие-то детали, он просто начинает беситься и ломать кувалды. Не исключаю, возможно, такое. Так, ну у нас открылась, да, модификация? Давайте посмотрим. Вот, смотри. А, у нас открылся хардтоп. Теперь мы что делаем? Давайте попробуем теперь вот эту вот машину отправить в гараж. Попробуем взять этот квест. И теперь уже у нас должны открыться детали, которые мы должны с тобой купить. Нам нужны колеса. Давай посмотрим. Давай вообще посмотрим все по запчастям. Есть эти колеса? А где эти колеса-то взять, я не понимаю. Они у меня не снимаются, взять я их тоже не могу. Что такое? Что за херня-то? Что происходит? Почему у меня знак вопроса стоит? Бля, как мне этот квест скипнуть, я не понимаю. Поставить колеса от вездехода и шнорки. Как я тебе поставлю колеса от вездехода и шнорки? Где их тебе возьму? Я их выстрою, что ли, или что? Я, ребят, я просто не понимаю. Где я должен взять эти колеса? Шнорки. Давайте посмотрим, может, есть шнорки? Шноркель есть, шноркель есть. Ну, допустим, шноркель я ему поставил. Расширить арки. Поставить колеса от вездехода. Так я не могу их поставить, колеса от вездехода их нет, потому что в продаже тут обычные колеса есть. Вот заднее правое колесо, вот тебе, пожалуйста. Тебе его не нужно ставить, потому что оно у тебя уже стоит. Это колесо я снять не могу. Что за фигня происходит? Я не знаю, это просто капец. Ладно, как бы то ни было, я надеюсь, что вы напишите в комментариях, как решаются эти баги. Я не понимаю. Мне кажется просто, что тут нужно модифицировать сначала какой-то конкретный автомобиль, чтобы мне потом можно было сделать этот квест. Ну а зачем мне этот квест вылез сейчас? Это очень глупо сделано, но в любом случае я надеюсь на вашу помощь. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Увидимся в следующих видео. Всем пока.